Здравствуйте, дорогие друзья. 98-й псалом. Подошли мы к нему. Небольшое количество комментариев существует к этому псалму, хотя он достаточно особый. Первое, что пишут все древние книги, этот псалом читают для восстановления дружбы. Когда что-то не заладилось между друзьями, и ты чувствуешь, что тебя это гнетет, читают этот псалом. В глубинной сути этот псалом очень великий. Он коронованный, написано в Зоар, что этот псалом, он говорит о том, когда Господь окончательно уже избавит мир, да, и все народы будут радоваться вечному миру, наступившему на земле, и вся вселенная, написана будет ликовать и петь перед Богом, вот мы будем читать этот псалом. 98-й псалом читают, чтобы установить мир между участниками спора. Читают, чтобы восстановить, что очень важно, и тоже подчеркивается во всех книгах, восстановить мир в доме между супругами, друзьями я уже говорил, вот между супругами, тоже читают этот псалом, причем чем больше, тем лучше. Ну вот, пожалуй, все по этому короткому, но емкому псалму. Браха ве ацлаха.